Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура подвела итоги своей работы в первом полугодии. Среди задач, которые успешно удается решать надзорному ведомству, контроль за исполнением национального проекта «Экология», а также профилактика лесных пожаров. Первоочередное внимание в своей работе Волжская природоохранная прокуратура уделяет обеспечению законности при реализации нацпроекта «Экология». В ходе проверок в Тверской области выявлено около 1500 фактов нарушений законодательства. 335 человек привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Возбуждено 15 уголовных дел, в том числе и по фактам коррупции. Дело Максатихи, там эффективно людей устроили на работу. А деньги, это федеральные деньги, это всероссийские деньги. Деньги, что называется, присвоили, и тоже уже дело расследуется по данному факту. Сегодня скрыть и своровать в реализации нашего проекта фактически невозможно. Особое внимание уделяется борьбе с лесными пожарами. В этом году в Тверской области их зафиксировано 166. Это на треть меньше, чем обычно. Сумма ущерба тоже оказалась заметно в 10 раз меньше, чем в отдельные наиболее огненные годы. Это много, 27 миллионов, это много, но это не миллиард, который был еще там 4, 5, 6 лет назад. Ну и, конечно, нет таких масштабных пожаров, не наблюдается, какие были 2011-2012 год, с причинением экономического ущерба, значительного ущерба. При этом Вениамин Селифанов отмечает, что в нынешнем году значительную помощь оказала погода. Дождей что весной, что летом было немало. Однако в следующий раз такого везения может уже и не быть. Поэтому надо большое внимание уделить закупке техники и укреплению кадрового потенциала, отмечает в Волжской природоохранной прокуратуре.